Добрый вечер. Хочу рассказать про брелок-пистолет. Вот. Купил я его в Украине с пересылом. Там получилось 900 гривен. Он маленький, прикольный, но косой. С 2 метров в бутылку тяжело попасть. И что самое интересное, после 12 выстрелов он заклинил. Вот я открываю его. Вот дергаешь за кольцо, оно сейчас вот в таком положении у меня так и встало. Я его с трудом открыл, когда выстрелил. И он не взводится просто. Вот смотрите. Просто не взводится. Ну, не знаю. Я рассчитывал на него, что он проработает подольше. Но за 900 гривен такую игрушку я бы не покупал больше. И не советую. Не знаю, у кого есть такой. Может, посоветуйте что-то. Может быть, его разобрать можно как. Потому что я смотрю. Кто-то делает самоделки вот такие. И вот так вот люди клюют, как я. Клюнул, что он маленький, удобный. 2 патрончика. Вот. Ну, говно. Вот такое мое мнение. Стреляет он косо. И взял, заклинил он. Так что отпишитесь, кто у кого есть такое. Что может быть это? А, еще смотрите. Вот когда он, когда бьет этот отбойник, у него вмятины вот такие. Я с телефона снимаю. Сейчас он сфокусируется. Вот. Вот он бьет вмятины, вот эти делает. И потом патрон херово влазит сюда. Потом его трудно достать. В общем, мое мнение, мне не нравится. Такая игрушка за 900 гривен. Спасибо, пока.